В Министерстве спорта РФ прошла церемония присвоения статуса посол ГТО, почетными обладателями которого стали представители различных сфер деятельности из российских регионов, в том числе из Якутии. Одной из главных задач послов ГТО является популяризация физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни. Присвоение данного статуса проходит в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Президентский указ об этом подписан в марте прошлого года, отметил министр спорта РФ Виталий Мутко. Именные сертификаты и фирменные шарфы получили более 40 представителей регионов, а первыми послами ГТО стали олимпийские чемпионы Александр Карелин, Лариса Латынина, Аделина Сотникова и многие другие прославленные спортсмены и общественные деятели. 17 числа уже запланировано мероприятие по присвоению и награждению наших школьников. 17 числа я сразу приеду и, как говорится, с корабля на бал. И будем присваивать и вручать значки уже нашим школьникам, которые сдали нормативы ГТО. Вот. Это самое первое, что я сделаю, как приеду, буквально на следующий же день. Ну а так, конечно же, это продвижение ГТО, общее как бы, развитие, привлечение масс, вот, ну, как бы, делиться опытом, приобретенным здесь, вот, и все вот эти мероприятия, которые, ну, сопутствующие этому, ну, великому начинанию.